Прокурор Еврейской автономной области Зурбек Джанхотов назвал недостаточной работу, выполняемую оперативными подразделениями по выявлению преступлений в сфере экологии на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов региона по итогам года. В его работе приняли участие руководители региональных главков полиции и МЧС, заместитель председателя областного правительства Галина Соколова, сотрудники названных структур. В ходе встречи на связь через телемост с правоохранителями вышел амурский бассейновый природоохранный прокурор Андрей Шевцов. В 2023 году прокуратурой выявлено 734 нарушений закона. Внесено более 350 мер прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых 224 лица привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. В органы предварительного расследования в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлено 3 материала, возбуждено 3 уголовных дела по фактам незаконной рубки лесных насаждений, порчи земель. Проблемные вопросы противодействия преступлениям и правонарушениям в экологической сфере также касаются недропользования, добычи золота и иных драгоценных металлов, полезных ископаемых. Речь шла и о пожарах в лесных массивах. Затронули вопрос пренебрежения безопасностью особо охраняемых территорий. В результате бездействия лиц, уполномоченных тушить ландшафтные пожары, лесным насаждением заповедника Бастак причинен ущерб более 7 миллионов рублей. На тушение затрачено свыше 30 миллионов рублей. Были оглашены и другие проблемы, по итогам которых прокурор области рекомендовал изменить подходы к организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию преступлений. В результате обсуждения органы правопорядка разработали алгоритм предупреждения преступных действий в сфере экологии и природопользования в ЯО. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.